Это цветы. Теперь нужны семянки. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В лучшем случае попытаюсь убирать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычно... Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы. И нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком. Поговаривали, что он может сделать кирпич из комка грязи. Говорят, его искусство было вдохновением свыше. Именно его рука придала форму мечтам архитектора. Дело, Лара, я еще не привыкла к тому, что на меня охотятся. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся. Thank you.
Привет. Привет. Видела шахту у старой базы красных? Многие из наших погибли там. Осторожнее с бледными поганками, что растут в долине. Есть их нельзя, но яд из них получается отличный. Многие из нас работали в шахтах красных. Даже когда мы прогнали врага, люди продолжали умирать от странной болезни. Это кстати. Привет. Я готова помочь. Что нужно делать? Первым делом нужно узнать, сколько возможно о захватчиках. Нужна любая информация. Отправляйся в старую тюрьму. Брать не буду, там опасно. Но информация того стоит. Так ты поможешь? Отправлюсь, как только смогу. Буду ждать здесь. И спасибо. Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Он может пригодиться. Записок бабушки.
Пенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Нашла. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушала их переговоры. Они уже в пути. Где они? А
Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь, уже поздно. Прости, Лара. Черт. Прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе встречу с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров. Yeah.
Ваши факты. Все согласно документам советской разведки. Здесь они добрались до развалин. Что там с беглецами? Не знаю. Видно плохо. Но только что прервалась связь с поисковым отрядом внизу. Ясно. Я сообщу передовой группе, пусть готовится. Движение... Там? Я не могу головы поднять! Лара, уходи оттуда! Яков! Черт!
Там вроде упоминался сейф. Хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным ничего не трогать. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это древние вещи. И надписи не на русском. Есть идея, откуда? Я вижу. Убить. Так точно. Рассредоточиться. Она окружена. Он мертв.
Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Тогда не будем терять время.